Всем привет! Сегодня 26 марта 2022 года. Вот прошла неделька. Птенчики растут. Посмотрим их поближе. Вот такие крокодилы уже. Скоро вылетят. Остальные у меня вылетели уже. Ладно, не будем их тут мучить. Долго отправляем обратно. Вот так желтенькой пары эти птенцы здесь вылетели. Вот поменял он тут, почистил все, вот сделал так. Дальше они уж сами разберутся. И здесь тоже поменял все, почистил. Три гнезда. Сейчас посмотрим. Здесь три, там уже у меня синие снесли вот в этом. А здесь пошли на вторую кладку. Так, смотрим. Смотрим синих. Вот здесь синие пары снесли. Пять яиц. Вот замаскировали. Все как положено. Здесь вторая кладка пошла, 7 яиц. Вот, видать, после первой разогнались они, решили увеличить. Вот все птенчики вылетели, кроме тех пятерых. Там сидят, здесь. Вот вылетел птенчик недавно, еще не соображает хорошо. Ну-ка, вот еще не боится даже, не понимает, что творится. Все, полетел. О, полетел. Вот сидит. Эти только недавно вылетели. Вот зелененькие вылетели. Вот любопытный. Вот еще три. Вот совсем какой малечек. Дружочек. А, дружочек. Тут целая банда сидит. Он даже совсем не понимает ничего, не боится. Ну, он еще только вылетел, еще даже до конца не оперился. Ладно, давай шнурок. Вот спускается, там уже зелененький клюет. Куда вылететь хотел? Нам дал проросты, налетели. Вот и птенчики присоединились. Ну, уже подклевывают сами во все. Thank you.
таскает что-то там. В общем, молодняк уже сам во всем клюет. Вон там подкармливает. Так вот подкармливаем птенчиков. Здесь у нас самечки молоденькие. По 3-4-5 месяцев. Взрослых вчера забрали у меня самочек. И самцов. Поехали они в Якутию. Так, это вот самцы. Здесь вот самочки. Возраст 4-5 месяцев разные. С разных гнездами. Вот самочки сидят. Зеленые, по-моему, две черноголовые точно будут. Желтый, скорее всего, красноголовый. А здесь самцы будут все красноголовые. На улице такая вот погода у нас весенняя. Все тает. Дождячок. Ну а на этом все. Всем пока.